Привет, Кеша! Что там? Осторожно, тучка! Это же дикая природа! Она может прыгнуть! Не подумал о безопасности? Не подумал. Никто не думает о безопасности, пока не приходит опасность. Но у меня есть идея. Мы встанем на охрану безопасности нашего леса. Добавь еще водички. Так-так, а что вы тут делаете? Привет, мальчики! Мы строим замок из песка. Хотите с нами? Нет, лисичка, мы на дежурстве. Да, кругом опасность. Опасность? Да, вы с Цыпой сидите у воды и можете простудиться. Инспектор Тучка, каким должно быть расстояние от воды до песочного замка? Безопасное расстояние составляет вот столько. Но как же мы построим песочный замок, если весь песок остался на пляже? Лисичка, простуду гораздо легче предупредить, чем вылечить. Об этом и многом другом вы узнаете на лекции по охране безопасности. Сегодня после обеда. И хорошего вам отдыха. Ой, Соня, сбегай за молотком. Вот еще, сам сбегай. Привет, ребята! Молоток не подкинете? Нет, тяжелые предметы подкидывать нельзя. Да-да, это очень опасно. А еще опаснее строить домик на дереве. Может произойти падение с высоты. Под деревом строить тоже опасно. Сверху может упасть шишка или тяжелая ветка. А крыша может обрушиться внутрь помещения и уронить стены. Ну вот, такой домик на дереве можно считать безопасным. Но это же не домик и не на дереве. Зато безопасно. Не благодарите. И обязательно приходите на лекцию после обеда. Кеша, Тучка, что вы делаете? Служба охраны безопасности закрывает этот музей. Но почему? Потому что в нем нет плана эвакуации. Друзья, вы не заметили, план висит на стенке справа. Пойдемте, я покажу. Вход запрещен. Музей закрыт. Ждем тебя на лекции по правилам безопасности. Друзья, наш лес полон опасностей. Поэтому службой охраны безопасности разработан специальный костюм для жителей леса. Выходи, Тучка. Кеша, неужели мы все будем так ходить? Конечно, это необходимо для обеспечения безопасности. Костюм прекрасно защищает от ветра, а также от дождя и даже от падения твердых предметов. Я не могу выбраться! Не волнуйтесь! Тучка в абсолютной безопасности! Сейчас он будет спасен! Скорее, Кеша! Мне тесно! Подожди, Тучка! По правилам безопасности сначала нужно обозначить зону проведения работ! Кеша! Хватит правил! Просто вытащи меня! Нужно помочь Тучке! А, вот. Ой, Тучка, ты покинул костюм. Это нарушает правила безопасности. Да хватит уже, Кеша. Наши правила никому не нужны. Потому что они применяются не там, где нужно. Простите, друзья. Кажется, мы с Тучкой и правда перестарались. А пойдемте кататься на великах. Только не забудьте надеть защитные шлемы для безопасности. А вот это разумно. Молодец, лисичка. Погнали!